вроде нету, блин, квиксейва в этом Warcraft, или есть, я хуй знает, не помню. Проведем разведку боем. Сегодня к хомяку в голос залазил на его стрим. Он там, блин, господи, забыл. Киевич тоже проходил эту игру, там чувак с дробовиком такой, это бегает. А, этот Дейлов, что ли? Да. Короче, это он такой сидит, это просто не поржался. Такой говорит, вот, никого дома нет, зашибись, сижу в тишине, играю, и бац, но за ним, у него вебка там включена тоже. Открывается дверь, туда какой-то чувак заходит, о, ко мне пришел братюня, все, всем пока, и взял, вырубился. Я такой, блядь, что это за хата такая, куда спокойно все заходят, блядь. Начало какого-то гей-фильма, блядь. Блядь. Общага. Да не, он не в общаге. Да. В ипотеку хату покупал. У тебя ипотека. Ты условно богат. Да, не знаю, вроде бы еще немного башен осталось. Ну тогда напиздел. Блять, ну вот не надо сейчас мне звонить. Кто? Так, я не знаю, кто это. Секунду. В эфире отвечать будем похуй. Алло? Да. Я уже понял, что компания какая-то там. Ага, я поэтому не стал вырубать ничего. До свидания, блядь. Я, блядь, ебучий телеком. Сейчас я буду вам впаривать в нашу дичь. Скажите, ваш провайдер пидорас и хуесос? Да, пока. Я в курсе. Еще то так удачно успел вынести один рудник, то что там он не успел ни башни, ничего построить еще. Романтов у них, блин, просто в первую очередь выносить, сука, иначе пиздец. Все, я вспомнил, где был Friendly Fire. Это вот баллисты, это, в общем, у Альянса как раз по своим хуярило же тоже. А. По крайней мере, на харде вроде так было. Там мясные телешки, наверное. Да, сплэш, потому что у них разнос там. Так. А вот еще одна башня. Так, отходим, блядь. Спаун на него тусует постоянно, я смотрю, у хомяка. Он у него модератор аж даже.
мне, когда хомяк сказал, такой, о, Борн, привет, чё, хочешь голос там, типа, затащу? Я только хочу ответить, ну давай. И ты тут спал, говорит, только попробуй, сука, я тебя забаню. Не знаю, да, в шутку он, естественно. Он капу там это добавил еще. По voice-over IP забанят, да. Блин, вот Артас-то говорит, умри, недостойное создание. Кто он такой, блять, чтобы решать нахуй, кто достойный, кто недостойный? Говно, жопа. Вот именно. Синдром Туррета, помоги. Говно из жопы. Блеще, сраная блеще. Все башни. Сейчас это разъебем и... Нужно убить послушников, а то эти пидорасы всю нефть повыкачивают тут. Кстати, блин, а нефть ведь реально была во втором Варкрафте, я помню, как и ресурс. Там корабли-то и так далее на ней работали. Гномов, что ли? Да и орков тоже вроде. Я что-то не помню такого. Помню, у гномов там постоянно какие-то подводные лодки, деревянные вертолеты какие-то были. Деревянные подводные лодки. Ну да. Круто. У нас прям отряд нахуй целителей. Чё ты тут чинить пытаешься, сука? Норм, в этот раз мы этот город по-быстрому вынесли. Да, блин, хард у них пиздец это отличается от нормала. Нормал как будто на изи играет. Так, ну снизу понебить. Блин, золото почти не поедет. Блин, а у орков что ли эта фигня тут есть, я не помню, прокачивается то, что ты когда рушишь здание, ты ресурсы еще пиздишь. Типа деху какую-то. Хуй знает. Да, вроде было что-то такое. Кислый влупили. Чего? А, кислый? Не кислый, влупили почти половину. ХП снесли. Что несёт? Thank you.
выводим все войска нахуй. Двоим. Блять, ну сука. Пиздень нормально было, нет. Залетела как хуйня. Оса что ли какая-то? Муха, походу. Блядская блядища, блять, говно, жопа. Там пиздец, что хуй выгонит. В открытое окно им похуй. Да еще стеклопакет там окном у меня полностью не открыт, приходится как верхним треугольником открывать. Полностью окно перекрыт. Стол двигать. Конечно, они так этот Фростморн преподносили, то что как будто Артас станет непобедимкой ебучей, если заберет его. Долгий процесс. Ну да, искать эти башни, потом стрелять по ним, блять, не было. Еее, блин, на изи, среднем уровне сложности реально пиздец изи было. Ты сделал это, логотип Valve, блядь, на карте.
Бля, повелители ужаса это вроде самые ниши там в какой-то весовой категории, чуваки, на самом деле. Типа среди там высших богов всяких, грубо говоря, и так далее. Ну и дохерища. Ну да, да это как обычно в Elder Scrolls, если посмотреть на глобально, как мир устроен, то там планета, на которой вот этот весь Elder Scrolls происходит, вообще это незначительная песчинка, блядь. Там на самом деле мега, супер, ультра, гипер боги, блядь, есть. Ничего, нажать что-то надо, не могу понять, или... А, мультик начинается. Точно, сейчас будет. Я становлюсь Старкрафтом, отец. Очень прикольно было сделано то, что если в World of Warcraft, там, я помню, прийти в этот замок, то можно будет слышать, там, на заднем фоне играет катсцена как раз это. Чистые звуки. Мне было обидно, я такой, бля, арт же прокачан, круто, сейчас мы за нежить будем тащить, такой, первый уровень, такой, сука, вы чё меня нерфите? Только что 10-го был. Блин, сука, кстати, вот сравнивал графен в первой и второй истории игрушек, но там пиздец, разница колоссальная, конечно, особенно собака. Первая часть собака пиздецкая. Тида, которая? Ну, белая вот эта. В первой части, которая злобная собака. Собака Сида. Угу. Это пиздецкий уебищный, а во второй уже там такса такая клевая. Единственное, да, у них вот всегда капюшоны почему-то у Близзардовцев были сделаны тряпочными, пиздец какими-то, в CG-роликах. Чё не понимаешь? Ну правильно, они же ткань неправильно. Ну, вроде у него кожаное такое было прям. Ну, понимаешь, выглядит слишком это тонким, как будто там вообще нихуя. Хотя, выглядит она вот наоборот плотная, но анимация у них как будто это тряпка такая прям. Это прошел. А, не, хотя, ну не так на самом деле далеко. Ну, почти весь остров собака. А, ну окей, тогда. Так, что ж, у нас далее нежить начинается. Так, кстати, для этого мне нужно поменять маску на камере. Потому что там рамка немного другая. Якутии, блядь. Море Лаптева. Тихондрий, блядь, ипохондрий. Они не подозревают, что к ним подобрался Минингит. Кто подобрался? Минингит. Thank you.
Почему Артас постарел сразу на лет 500? А я не Максим. Я Александр Нуждин. Я мощно постарел. Ебучий поезд. Какой поезд? Да у нас ходит ретро-поезд, блядь. Чё, 8-битный? Этот, паровоз, блядь. Прошлого века, нахуй. Туристический, блядь. На мраморный карьер, блядь, гоняет туристов, блядь. Он гудит постоянно, этот пиздец полный. На весь город его слышно, нахуй. Чё там Лазар говорит? Просто надо было одеть шапку, так бы не простудил там мозг и не брал фросморн. Но да, мама говорила. Вытри полотенце. Да, вот мой завтрак. Все на чмоки-чмоки. Жрать иди, блядь. Все, прекрасно. Вы разгромили испанскую базу. Слава и богатая добыча ваша хватало. Фух, так, что там дальше? Куба, блядь. Будем Че Гевару свергать. Команда головорезов — это все, что вам удалось собрать. Штурмовать Кубу такими силами нереально, потому мы должны ограничиться несколькими набегами. Куба на севере отсюда. Главная задача — получить выкуп жителей Кубы и не разрушать мирные постройки понапрасну. Вы должны захватить городской центр, академию, кузницу и склад. После этого можете возвращаться. Но это, ну, миссия очень похожа на предыдущую, блядь, тоже придется, блядь, миллиметрично выцеплять. Столько условий сейчас, суки, поставили. Ну, по сути, условие одно, просто захват зданий. Но то, что их несколько, да, придется попариться. Они просто, они тут Фростморн перевели как ледяная скорбь. Когда он говорит, ледяная скорбь жаждет крови, а не Фростморн, как не так внушающе звучит. Как мороженое, блядь. Ну вот да. Фруктовый лед жаждет крови. В Майами. Наш ледяной скорбь спидорасили. Ледяная скорбь полетит в Майами. Ну, угля, в отличие от прошлой миссии, немного, поэтому надо будет экономить. Да. Чё-то будем трахать. Блять, это... А, просто ребенок. Я думал, это Тимми или как его там... Ладно, здание-то рушить не обязательно. Как ты мог бить, собственно, отца? Это было легко. ГГВП.
Ну и зря они гулей тоже переозвучили. Про ЗСО отца трейдмарка. И за Сашку. Давай, и за себя, и за Сашку. Че они че там? Мужики в форме. Да. Все в мужиках. Все в форме. Фу, Филимонов. Убил Филимонова. И ваш Филимонов мертв. Забыл, сколько там послушников в итоге-то надо собрать. Немало. Угу. Жизнь за Нерзюля. За жизнь. За жизнь. Мама. Чем это значило? Не-не-не, я боюсь. Посольство, чтобы у меня потом секреты пиздили, козлы, блядь. В цифку, что ли, играешь? День стратегии, блядь. Да. Придет Кивич, можешь поговорить с ним на тему тактических стратегий. Пизду нахуй, я уже знаю, что это за разговор будет нахуй. Я сразу скажу, да, Киви, ты прав, молодец. Даже спорить не хочу, да. У меня такое ощущение, что последние все рассуждения с Кивичем будут заканчиваться примерно так, блядь. Киви, все, ты прав, конец. Да, 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 все, иди нахуй. Алекс, так, вот сейчас мне интересно, я вот опять зайду. А, чё, Алекс опять не работает, да? Ну, не волнуйся, с мужиками такое бывает. Так. Мой канал. Ух ты, ничего себе! Так. Видимо, Рутони не подключился к нему просто. Стрим-то идет. О, смотри-ка, Алекс прав оказался. Ну, тогда я извиняюсь, что я поспешно назвал тебе ипотеку. Навязал тебе ипотеку. Навязал тебе импотеку. Импотеку. Сейчас должен быть заработать, по идее. А, не, он пишет, что поиск трансляции не удалось подключиться. Так, сейчас посмотрим. Так, YouTube. О, господи, вы что, обосрали YouTube, что ли? О, господи, теперь вручную каждый раз нужно YouTube подрубать. Включись к первому попавшемуся стриму. А, не, все, нормально. Сейчас вот так можно будет сделать. Первым ссылку попавшемуся стриму. На... Просто на Рутоне раньше нужно было это зайти на трансляцию. Зайти в аккаунт, в общем, и привязать его к Рутоне. А теперь нужно просто ссылку на
канал кинуть. Поиск трансляции пишет. Подключился. Ну-ка. Во, работает. Улетел проблемы с автоматическим подключением к Ютубу. Попробую обновиться. У Ютуба проблемы с автоматическим подключением к Ютубу. Ну да. Ты Алекс. А что, а вдруг? Не, ну все, сейчас же идет нормально все. Теперь можешь удобненько на ютубчике сидеть. Александр Македонский бомбить будет. За то, что он гей? За то, что я ему его религию, блядь, обосрал. За то, что я ему в утреннюю кашу насрал. Бэйн! Я тоже рад тебя слышать, Морган. А я тебя не рад, ты что, ебанулся? Я тебя вообще не слышу. Эх, Александр Македонский хотел себя православие развивать, а я ему ислам навязал. Да? Какая досада. Чё? Писки воробьям показывай. Морган, скоро я приду. Но не сегодня. Потому что сегодня я занят. Да, все, штаны, моя ПЦП-флешка, все это будет твоим. Но 1 числа. У всех на спре, все испортил, все испортил. Нахуй с ними драться, если вот. Все. Вот, даже 21 послушника нашел. Смотрел тот это, как Pixel Dale, оказывается, делал короткий ролик про этого, про Макса Пейна на ГБА. Вполне себе, может быть, как-нибудь пройду его даже. Блин, Kill to Z был, Kill to Z, блин. Чей Z? Вообще, блин, Kill, блядь. Kill. Kill. Дом семьи Кала. Слышали про массовое увольнение разработчиков и разработчиков игр из Ubisoft, и не только за аморальное поведение? Нет. Давно пора, блядь, столько нахуй синов наклепали, блядь, это уже аморально. Аморальный грабеж. Махровые геи, блядь, какие-то. На Rocksteady он больше подкатили, то что они там. Да. То, что ничего? Притесняет там работник. Мне нравится, блядь, там формулировка была, там кому-то не понравился, блядь, дизайн Poison Ivy и Harley Quinn, блядь. Да не пошли бы вы нахуй. Одно дело, когда до них, блядь, домогается, а другое, когда персонаж, блядь. До персонажа домогается на 3D принтере, блядь. Работает, блядь. Вот оно, блядь, пидорасическое, либеристическое общество. Чё? Pixel Dale рекламировал опционы. Что такое опционы? Это эти? Бинарные опционы, да. А, ну он да, он так, блин, он сам про это говорил. Это то, что, бля, ребята, меня тут... Ёбаный мошенник, блядь. Ему чё заплатили тонны рекламе, хули ему? Ну да, и татарам одна хуй. Да чё я тут говорил, он рекламировал недавно вообще это...
брелок, который ты прихуяриваешь к своему телефону, там, не телефону, а ключам там, это, и, мол, не можешь их найти, нажимаешь в приложении на кнопку, и хуяк там, брелок пищит. Вообще, ладно. Бля, ну вот зачем он добавил костей? Мне больше нравилось с дороги, брат. Я пришел за кучей. Лоуренс, блядь, российский. Смотрите, кто у нас тут. Ебучий лич. Кинг, блядь. Покажи мне свой Warface. А-а-а! Чем так с брелком? С брелком все в порядке, а вот цена на брелок, блять, там 8000 что ли. Ну, там за 4 штуки. Ну, по 2000 за штуку. Угу. Типа. Everyday on the block. Смог. Читай, что я написал. А что не так с брелком, который пищит в ответ, когда ты свистишь? Читай, что он написал. Дебил, блядь. Я что, не понял, что он имел в виду, блядь? Знаешь, что из-за уменьшения популярности Лего и отказа Лего представить ему набор и стал продавать все, что у него есть на Авито? Блять, что? Чего? Pixel Dale начал продавать все свое Лего на Авито, когда его перестали Лего спонсировать. Очень интересно. Да блин, у него этого Лего там просто до пизды реально. Ясно. Жираф, свистни в брелок, все понятно. Свистни в хуй. С брелок-то не в форме хуя здесь. Нет, он кружочек. Нахуй на кольцо. Да. Не, какой склеп, нахуй. Рудник проклинай. Ууу, блядский рудник. Бля, просто у тебя никогда такого брелока. Брелока. Да, брелока не было. В форме хуя? Да. Пуш. Привет, пробел. Также стал продавать карточки коллекционные, которые ему присылали подписчики бесплатно на почту. Блин, Алекс, да это, блин, все этим занимаются, стопудово уверен. Вот откуда он знает все, он, блядь, что? Он с 2ч это все знает. А-а-а. Там достоверная, ну, да, информация. Товарищ майор-то должен сидеть на имбордах, точно, точно. Откуда? Еще бы, товарищ майор их и модерирует. Алекс новый модератор 2ч. Ход на эрик. Без хуев.
О, великий музыкант Rolling Stones. Ну, естественно, по интернету. Призыв завершен, блять, это звучит так неправильно. Бля, где модеры сообщения твичи не пропускают. Дай моторку. Меня многие просили модерку. Угадай, где они теперь все. Где? В бане. Ладно. Ты здесь сидишь? Ну что за озвучка Петька Ильича, серьезно? Петька Ильичка. Ну, Ильич, все правильно. Ну а что поделать, если они реально так начали их сокращать потом? Потом чисто просто, да, стал Петька и все. Меня в КПЗ сидят. Ну да. Что-то на днях смотрел очень страшное кино. 4, что ли, это было, да? Угу. Там вот этот персонаж, который во второй части еще тут играл чувака-то с рукой стрёмной. А, понял, очкастый этот. А, не очкастый, избавиться с волосы, дворецкий, да. Короче. Да. И он в этой четвертой части тоже этого местного дурачка в деревне играет. Да, я уже забыл. А, там где, господи, таинственный лес. Опять, да. Кто хочет произнести молитву? Типа, я такой. Кто-нибудь еще? Такой, я. Ладно, пускай это будет Калеб. Пипка! Пипка и вагина! Кринжовый момент, пиздец. Ужасно. Больше не вспоминай. Вот его еще этот момент. Блюдо с пюре такое на голову надевает, а зубка... Блин, вот звук они всегда этот старались поотвратнее сделать, реально. Добрый вечер, привет, говорю. Морган, что за игра про гачимучи в стиме? Игра про гачимучи в стиме. Кстати, сейчас. Гуру, если есть возможность, сейчас загляни в это... Дискорд, короче. Я тебе кое-что скину. Если Дискорд, блядь, перестанет тупить, нахуй. Messages failed to load, блядь. А вот. На, это, короче, первая минута. Оценишь. Ты кому, мне? Нет, я гуру. А. Блазеры вон там тоже закину. Пока что это закрытый показ. Тебе еще не покажу, блядь, пошел нахуй. Потому что фантастическая четверка. Было бы не ужасно. Вы что, игру разрабатываете, ага. Прололей. Чип. С каких пор Анус называется игрой? Пойдем поиграем. Гопчерики. Поиграем. Я помню в оригинальном третьем Варкрафте, когда ты улучшение одно ставишь, это прокачиваться, это у здания. Все, ты больше нихуя сделать не можешь. А где голос? Я получил власть. Это Reforged, что озвучка. Здесь такого не держит. Вся власть Путина. Богемская рапсодия. Нахуй вообще. Чего? Mm-hmm.
Блин, отвратительно говорите, я получил власти, которые не снилось моему отцу. Предыдущий прям орал это так, ух, от души. Ну, не от души. Ну, он душу отдал же. Самый... Про власть самый, наверное, душераздирающий крик. Это, наверное, у этого Химена. I got the power! Да-да-да-да. Как будто на реле, на всю вселенную орёт. Ну, да, мэн. Я же не тупая мама. Это в этом, в Робоцире было про Скелетора. Типа, у него замок большой же. И налог тоже большой, и как бы арендный плат он там задолжал уже. Он там сначала каких-то студентов подселил, и они там над ним издевались. Потом пришел к этому, к лендлорду такой, говорит, вы не сможете заплатить мне вовремя, я это уже понял, поэтому я вас выселяю. Это такой, ну подожди, типа, я могу кое-что вам другое предложить, такой, начинает это, снимать с себя одежду такой. Я такой, так, что вы делаете? Остановитесь, я закрою дверь. Да-да-да-да. Чего это? Ачивку на 2000 эмблем сделал, почти платина, погоди, это что за 2000 эмблем? Это где эмблемы? А, Web of Shadows. А, фига себе это. У тебя она на плойку даже, что ли? Охереть, блин. Я бы в ней платину-то подращил бы, на самом деле. А, ну не на плейк. А где ачивки есть в ней, кстати, еще? На боксе у тебя, что ли? Что-то вот этот предыдущий даже в обработке был, а этот просто текст, читай, в смысле в обработке был. Если ты про фильтры, мы никакие фильтры на голос не ставили точно в оригинальном Варкрафте этому Артусу. Да, я какой-то реверсивный Собянин, блядь. Да у меня все города развиты, кроме столицы, блядь. Значит, хорошо отыграл, но типа да. Какой неприятный голем. Удобно они хотя бы сделали то, что если ты альтабаешься, то игра, она так фризится на паузу. Да. Но при этом звук продолжает идти. Так темнеет просто немного. Представь, если бы Олег Куликович озвучил бы Ильича. Кто такой Олег Куликович? Вася Рабинович. Не, или кто это? Псевдонимом. Сами знаете кого. Чьи имя не Жизнь Стлы? А, окей, понял. Особенно рядом с Кич.
Я добился власти, которая не снилась моему отцу. Срал почти все войска, зато заполучил свое дерьмо. Видимо, пасхалочка. Мне нужны свежие души, эти уже просрочены. Мне нужен ремастер. Блин, просто раньше Гулем был озвучен, как будто он дебил, реально такой я. Люблю кушать мертвых людей. А теперь он... Пока он там джигу танцевал, его застрелили, блядь. Нормально. Заглючил парня. Занервничал. Такой, блядь, не заряжается. Ну действительно, что там заряжаться можно? Да, давно уже это мы закончили. Кто это слопал? Это жираф. Мы-то мы третью уже начинали. Блин, это... Но я заебался в нее играть. Она очень длинная, сука. Забыл, блять, хотел построить же тут.
Смотри, они там курят, блять, у них и закон прям хуярит дым. Так, сейчас главное, чтобы они не снесли, блядь, институт, который мне захватил. Бля, было бы очень, да, прискорбно. Ну чё, блядь, сделать? Начальник, ругаешься сразу, да, такой? Кошка ж совсем не человек, она была. Очень злой. Нихуя себе, Снайк. Молодец. Выцепил эту штуку. Башня духов, призыв, блять, сука, реально, как-то это... По-армейски звучит. Угу. Искусство от дембеля. Дембелькрафт. Занятно есть за что смотреть видос, ну зашибись, все, значит формат хороший выбрал. Спасибо. Жнаешь, говорит, блядь, гуль. Ты сейчас не спишь. Что говорит елточка? Зря. Нападаем на пустой дом, и Артас кричит: трусливое создание, блять, поехавший. Петухи запели в полдень, чё? Да, вместо Аврора. Поди подмойся, мать. Смех, блять. Куда ты лезешь? Все стоят, а ты лезешь. В Кодзиму. Давай узнаем, насколько глубока Кодзимья нора. Там этот человек наряд. Человек ясен. Человек Мадс Миккельсен. И Норман Ридус. Чан. Дэвид Хейтер. Норман Риндус Ван Риндус. Норман Виндус. Норман Виндус 10. Кич, не понимаете. Так ненавижу этого актера, почему? Ну да блять, есть за что так. Да так. Неважно! Да не важно! Может, потому что он рифмуется с Windows. Ну да! Я вот считаю. Ладно, пойду я в охоту. Ну а чё, не будешь червей сегодня? Не, я сегодня нет. Охоту запланировал. Окей. Давай. Давай. Это у этих там-то.
что мне как раз в новом ролике будет персонаж гопник на короткую сценку. Три хп. Блять, когда Филимонов говорит за паладина, это пиздец ужасно. За паладина. Персонаж гопник, боже мой, как оригинально. Ну да, но там контекстный юморок такой вообще получился. Бля, мне антекстной рекламы хватает. Что? Что первый появился, завоевание Америки или казаки? Казаки первые. Это Алекс просто спросил. Хотели на западный рынок. На западный рынок больше. Ничего на западе? На западный рынок ориентировались больше. Там про захват Америки, да, на Колумбу. Потом сиквел был про гражданскую войну. Ага. Завоевание пографичнее, там прикольно пушки заряжали. Ну, наверное, не знаю. Значит, контекстный, который нельзя пропустить. Нет. Ну, неправильно выразилось, не контекстный юмор, а юмор игра слов там скорее. Утро опять, блин, там это охеревает. То, что я хочу нассать на прах отца, кажется, или типа того. Ну, нужен прах отца. Он, видимо, в постел не играл. Утро проснулся мертвым. Ой, я тут Артас проснулся утром. Мертвым, господи, я стал бомжом. О боже мой, я стал бомжом. О, великолепно. Ура, я победил его с первой попытки. Ну, конечно, когда против одного паладина, блин, 5 катапульт, нахуй, 10 гулей и рыцарь смерти 3-го уровня. Но тот 10-й был, так что... Вове есть ачивка, день утра, ему на могилку на цветов принести и поссать. Фейл в своем обзоре там делал то, что в фильме «Во имя короля», когда там чувак, король умер, это и Стэтом должен стать следующим королем, он такой озвучил, типа,
все, теперь, когда я король, у меня новые пожарные правила, это будут начинать ссать до горящей могилы. Это так забавно, на самом деле, смотреть было эти все во имя короля, это потому что в первой части у Лубола был охуительный бюджет, и насколько он там у него более и более ущербным становился постепенно. Потому что вторая часть... Первая часть, она в кинотеатрах была, вторую там это уже чисто на DVD выпускали. Вы были отключены от Battle.net, чего, блядь? Сейчас я, блядь, отключусь кому-то. Хочу быть в сети, не знаю почему. Впускай меня, во. Так, он меня в меню еще выкинул, надеюсь, он там хотя бы это... Фух, да, все нормально. Сохранил он то, что я прошел. Уже 3 миссии прошел, заебись вообще. За 1:20. Блин, вот реально на харде просто неимоверно они усложнили игру, прям пиздец. Как будто... Что именно они там поменяли на харде? Они поменяли именно то, что твой противник как ебучий кореец играть начинает. Он там просто очень быстро армию отстраивает, сразу там несколько зданий за раз там строит это и так далее. Это прокачивает все улучшения там, естественно, и просто беспощадно постоянно насилует тебя набегами, что ты не успеваешь поймать момент, то что ты вот отстроил армию, отбился хотя бы там, это вторая там на подготовке, вы идете на базу и выносите его контратакой. Хуй тут на харде такое сделаешь часто, это потому что он просто... отсылать тебе гигантскую армию, а оказывается, у него на базе уже подготовлена еще такая же, блядь. И здесь у тебя было больше шансов, потому что ты хотя бы это, башнями там это отбивался, а там нет. Давай, ща кое-что проверь. Давай, Алекс, проверь кое-что. А я перекурить пока сбегаю сейчас.
платит крестьяне. На что он нужен? Отвлекает звук. Фрегат, блядь, пусть немного почикает этих уродов, а то не доебали. Ща я тебя почикаю. А я иду ебать эльфов. Фургон, блядь, сука, это труповозки же. Мясные фургоны. Фуры, блин. Сервелат, блин. Подвести докторские фургоны, блядь. Они все говорят, как мертвые, эмоции ноль, чувак. Он для тебя новость. Они и есть мертвые. Прикинь! Блять, они реально труповозки мясным фургоном назвали, вы че ебанутые? Кто такая Нерзула? Это такая баба из Mortal Kombat, секретная, блин, я не знаю. Мерзула. Блин, а Мерзула реально же был персонаж в Наруто. Мразь, блин. Да вообще, блять. Тоже... Тогда это было... Наруто только начинался, это было пафосно показывать, что если ниндзя охуительный, то он в маске обязательно должен гонять какой-то.
Блять, опять он говорит, призыв завершен. Больше всего за нежить любил играть в Варкрафте. У них просто удобно это пауков этих сделать, и ты и наземные там, это и воздушные войска просто пиздить можешь. Да и то, что здания сами строятся, не нужно, чтобы рабочие постоянно около них стояли. В принципе, самая, наверное, стандартная механика это у орков и у людей получается. У эльфов же там светлячки в деревья превращаются. Ну да. Ой, бля, чё я натворил? Чё? Кузнец, который надо захватить при смерти от выстрела. Да, горит, я вижу. Ну ладно. Она вроде урон больше нет. Не получает? Да. То если там... Но очень сильно подкоцать здание, оно может само догореть даже. Без нанесенного урона. Он держится, поэтому терпимо. Может еще захватить. А, кого тут захватить? Все крестьян убили. Просто если я крестьян захватил бы, они бы почему. Форум, у тебя новый батлнет, в смысле новый? Ты о чем? Блять, что ты делаешь? А вот сейчас проебан. Все эти узбеки ебаные. Блять, бабай! Я, кстати, вот... Блин, ну короче, Pixel Dale не умеет интегрированную рекламу действительно снимать, потому что у него ролик на 9 минут, и 2 минуты из них это ебучая реклама. Наверил, написал тебе через ХС по общим чату, друзья. Это был последний раз месяц назад, либо он не отображает, либо у тебя новак в батлнете. Чувак, просто я в батлнете сейчас залогинен только в третьем Варкрафте. Это он у него встроенный какой-то свой. У него он всегда был отдельно. Это он не через батлнет же запускался, даже когда просто третьим Варкрафтом был. У него своя отдельная сеть какая-то там. Мне единственное, что за нежить не нравится, это то, что... не топырями надо лес рубить, вурдалаками. Придется выкуривать, блядь, без мортир, нахуй. Блин. Что за запах? А, да, это наши войска.
Ну, кстати, не знаю вот насчет вурдалаков, то что неудобно, мол, что ими древесину добывать надо. По мне это удобно, наоборот, то, что у тебя всегда на базе точно есть хотя бы какой-то воин, там, грубо говоря. Хотя бы парочка, кто может защититься. Потыкай, гуля. Да пососная озвучка, не хочу тыкать даже его, блин, пиздец. Как они вот могли даже в озвучке Рефорж-то, блин, уебанить, это пиздец. Такая вот реально была атмосферная озвучка с хорошим отыгрышем, а теперь они, блядь, какие-то не такие вообще. И это не синдром утенка, это объективно, если что. Ну, я надеюсь. Ну, что-то они меняли в угоду Вову, блядь. Угу, там ну, сюжет же как-то поменялся. Из-за этого приходилось переозвучивать. Кря-кря, Борм, да. Конечно. Но голос у Артаса реально, блин, идеально был подобран. Жалко, чувак умер просто. Жизнь за Нерзула потыкать. Жизнь потыкать. Я помню, я долго тупил в первый раз, когда играл, блин, в эту карту, то, что здесь катапультами можно лес выносить. Не знал, поэтому заебывался ждать, пока там ебучие, блядь, вурдалаки выкопают его. Да я знаю, что в заставке показали, но, чувак, я был, как я уже говорил в своем же ролике, я был с синдромом Дауна в детстве. Да это послушник говорит, да это жизнь за Нерзула, да в пизду их, блин.
бля, рабочий просто вражеский, это убегает, такой увидел горящее здание, вышел обратно из леса и начал, блядь, чинить его. Ты его потерял вообще, ты куда он съебался, он бац, из тумана войны выходит, такой, блядь, надо починить. Ты шифтом строишь, а, да. А чё, надо по-другому как-то? Нормальная пушка, ее надо будет точно захватить. Мощная? Ну, она, в отличие от гаубицы, блядь, хоть не наносит такой вред для меня в плане кого-нибудь убить, блин. Конечно, разброс дикий, но... Ну? Так, сейчас подождем еще один дираж, ты должен сюда подойти. Руля где-то будет. Вон, идет, блядь. Работник вместе. Давайте завалим. Да, ничего. Ладно, пускай рад. Не, рад не пойдет, блядь. Он что-то забомбит. Пошлем. Рундашира, блядь. Пускай он захватит. Кого, блядь? Рундашир. Ты кто? Солдат такой, с щитом, ничем. Первый раз слышу такое название. Да я тоже. Не помню, а нежить же может захватывать вражеские здания? Попробуй захватить и построить. Не могут они, Алекс. Ничего такого. Заебись, 5000 монет. О. Так, сейчас нужно галбить. Вот эту вот шубу ёбу убрать попробовать. Так, чтобы Академию не повредила и пушку желательно. Какие у тебя запросы? Выстрелила пушка, убил двух крестьян, иди, стреляет. Профит. На крестьян на твою сторону там перебегает, если... Ну, если они прям близко к войскам подойдут, то да, они перебегают. Я просто помню, там что-то было такое. Перекрашивались они тут. Так. О, пушку сагрил. Ну, сейчас захватим. Хотя... Давай-ка спрячем. Блин, она что-то засала, короче. Бля, мы галбицу разъебали, но лучше разрубить. Ну давай. Хуйню немножко свалял. Так, сейчас спрячусь за холмом, блядь.
Да ну. Шрапнель это ебаная, взлетает все коцы. Да, ну тогда да. Четко и быстро. Ага. Так, сейчас сохраним, надо будет отряд этих мужиков, наверное, бросим. Пускай отбивает пушку. Если они, блядь, спят, они живут. Потому что тут еще линкор ходит, патрулирует. Может найти там ящик. Неудачный момент, подойдем в патруль. Бля, вот это вот печальное известие. Так, ладно, пойдем с другого пути. Корабли есть, я попробую немного их садануть, блять, чтобы они не мешались. Опять же, главное на линкор не наткнуться. Академии стрелять, блядь. Ты что ты сегодня уехал? Я в академию. Тебе же говорили не стрелять. Да, здорово, правда. Так, плывет линкор. Отступаем. Так, разворачивается, уплывает.
с предателем лорда Рона, Навального отравили? Нет. Таких новостей не слыхал. Садит, блядь, пока попадет в одного единственного противника. В коме в Омске лежит. Заебись. В Омске? Угу. Парам-парам-пам. Так, опять эти экстремисты ебаные, надо загрузиться. Забывай про этих арабов, хуйбучих. А в Африке араб такой ширины. Он вам не демон, что? А че, не похуй? Ну вот в том-то и дело, да? Мне пофиг на Навального вообще. Охраняет, попробуем ее захватить. Давай. Как она развернется, окей. О, еще 10 тысяч золота за академию захочу. Ладно, обождем, когда он там проплывет, блин, в пизду его. Окей. Мне все равно на это, ну, Алекс, тогда ты что такие темы предлагаешь? Про Навального. С его-то деятельностью ничего удивительного.
просто к слову пришлось, новостная лента в экран. Что-нибудь апгрейдить, наверное, но не знаю, что тебе. В кузнице? Не в кузнице, а в кузнице. А, вижу, вижу. В кузнице-то ничего особо полезного. Не забывал, тут вот эта вот змея, это ученость там какая-то прокачивает? Не, это хилит всех юнитов, короче. А, точно, точно. Ну, это как с аптеки, я помню, это, естественно, ну, да. Это вот змея с чершей. Гренадиоф лучший. Что? Гренадер, наверное. Гренадер. Ну да, юнит неплохой. Но он чисто против зданий. Но, там, да. А так и мой любимый юнит, это, наверное, драгун. Стрелок на коне. Стрелок на коне? Быстрый и меткий. Из Metal Gear произошел. Да. Интересно, если я снизу буду подходить гаубице, и насколько он мне позволит подойти. Если он будет стрелять в холмы, то пусть. Чё-то изи, Гуру, потому что я разнес все базы еще вокруг. Подмог постоянно к этих сраных не было. Гаубица все-таки рулит. Не знаю, когда есть как тактически ее применить. Так, нахуй ты туда идешь? Получится. Почему? Ну, они меня впервые увидят. А. Там вторая и вражеская гаубица меня убивает. Качай два уровня, погоди ты. Качаем еще. Уровень как будет получаться. А голос Сильвана вроде тот же остался. Ну, по крайней мере, актриса та же вроде. За Орду! И там котик такой мяу! Грустный, блин, мне пиздец жалко этого кота всегда, он как будто орёт, такой типа, хорош драться, блядь. В принципе, когда я депо захвачу, есть шанс наебнуть их. Там вон ещё одна пушка стоит, потому что в Академии сразу... Откроются апгрейды для пушек, и тогда попроще. Комара там пизданул, что ли? Да не, мотылёк, блядь, питает. А. Ты не имелся, да.
Я, кстати, помню, когда в первый раз проходил Warcraft 3, то Сильвана мне вообще не запомнилась в Reign of Chaos. Она же темной эльфийкой становится. Ну, не темная, это восставшая из мертвых. Mm-hmm. Только в Frozen Throne появляется как юнит. Mm-hmm. Я сейчас сидел такой, блядь, это что за чмо? Привидение, блядь. Вообще. Просто она выглядит еще так, как обычный юнит, в принципе, ну, почти. Ну да, только белого цвета. Угу. Странно, что они модель нормально не выглядят. Ну да, она вроде чуть-чуть, ну, минимально реально отличается так. Гляди, ты о чем минимально? Ну, Сильвания, она лучница же такая. Ну, а когда она умирает, она превращается в модельку привидения обычно. А, нет, да, кстати, было да. такое. А в Frozen Throne она просто а уже вот как-то... А вот в Frozen Throne, да, другая. Ну хотя бы так, да, а да, не да. призрак тупо там. Не, да. это да, это да. Вождь Орды, да. Это не привидение, это Банши, ну да, Банши. Один. Мне всегда радует то, что если на месте, где вот собираешься строить, ставить юниты, они просто отходят, как будто рабочий к ним подходит, такой, а ну по помытым, блять, не ходить, сука. Ну а что, я ничего должен делать, пока не могу, жду, когда база строится. Блин, так цифры эти летят да, после да. попадания. Вот он сам когда догорает. Угу. Помню, иногда думал, чему там, блядь, гореть, это же ебучий камень. Послушники стали менее уважительными. Раньше он говорит, склоняюсь перед вашей волей, говорю, а теперь склоняюсь перед твоей волей. Ух, сука. Привет, хомяк. Пишет Дев ХБР, ВФНМ, НДЖ, НДЖ, ВФМН, не, ВФНМ, то есть Сидизне. Сидоджи. ВФНМ. ВФНМ. А потом такой, бля.
А перепечатывать уже в лом, да? И не узнаете вы, блять, что я пизданул там. Что? Не! Аммиак не из этих. Какого ПМС? Блин, хомяк, переведи, чё там написал, блядь. Плохо размотали кучку, блядь. Рядового? Навижу там. Постоянный монитор. Блядь, сука, я же сейчас сам, а ты где там? Онлайн пунта свитчер какой-нибудь? Мне интересно, что он там пизданул просто. Ладно, пункты. Варик, мать твою, твою мать, святую мать. Окей. Святую мать, это давно не слышал такого выражения. Holy mother. Ну это хомяк же с озвучкой. Да, да, вот именно, да. Новая озвучка, ты понял, молодец. Озвучка-то рефорджд. Тографон нет. И у меня такое ощущение, что нихуя не теряю, блин, играя с обычным графоном. Потому что что-то там показывали, там баг на баге, блин, в этом рефорджд. Сейчас бы Скивич сказал, потому что надо было короче, и сказал бы, что нужно было близам делать, и все было бы прям охуительно. О, это все дырки твои, чувак. Что? Почему? Какие дырки? Ты склерк вторых. А, точно, блядь. Трансформеры, блядь. Сайт как по заказу. О, это все дырки твои, чувак. Я не захожу на их сайт, только перед девчонками тоды пошел, блядь. Блядь, да. Блин, ебучий, блин, задрот. Проклапик, блин. Самое забавное, я не так давно заметил, что когда он про этого проклапик рассказывал, там играл и с сиянием. Да, на фоне это там. Пиздец. Кринично. Да, там Кевин Смит говорил то, что это он изначально хотел построить гигантское влагалище, реально. И чтобы там Джейсон Мьюз в костюме черта танцевал, блядь. Он сказал, да не, потом решил то, что воображение людей само дорисует еще смешнее, пиздец какой-то, по-любому, если его не показывать. Заодно и бюджет сохранить. Но у него и так там бюджет не особо, так скажем, большие, блин. Ну понятно. Зато клёво, у него свой магазинчик, там комиксов есть. Чё, Ники прошел? Чувак, когда это было, блядь, нет, я откатился с них. У меня там Batman Forever, блядь, на Сегу. Так, ну все, дирижабль, ага.
Во, а вот дирижабль не стали переозвучивать, это приятно. Чё, кто, блять, напал там на нас? Повезло тебе. Да, не то слово. Но его хотя бы пройти рили можно, это я как-то в свое время, когда обзор АБГН залпом смотрел, помню, как это попробовал сам запустить этого Бэтмена Форевер, он не такой на самом деле отвратный, как кажется, он тягомотный больше. Так там есть один очень изичный прием, это который можно всех пиздить на самом деле почти. Блять, вот стала пушка на фоне этого хуйни, ее отдельно не убьешь, маленькая. Печально. Точно, я еще помню то, что я не умел нормально из дирижабля высаживать юнитов, блять, потому что я менюшкой вот этой всяких скиллов не пользовался вообще реально в первое прохождение. Удобно, кстати, еще у нежити то, что у них обычные зиккураты эти, они еще и башни при этом. Поэтому застройкой прям можно не беспокоиться, что будет зажато все.
Иди еби рудник. А, там это, хомяк у тебя писал, ебать, два стрима в одном, и оба стратеги стратегуют, ну да, сегодня прям день стратегии. Я подумал, конечно, да, Kingdom Hearts там это может быть продолжить, это, ну чё-то. Ну, нужно чувство еще чуть-чуть подождать. Ну там на ГБА вот это, а? Kingdom Hearts не настоял. А, ебаный стык, ладно, ща разъебем здесь немного. Так, труповозки не могли вылезти там. Что можно сделать? Увеличить жизнь пушек в плюс 150%. Нет, самое интересное, что-то не наблюдаю. Вот, дальность стрельбы 5%. Дерева нет, но вы держитесь.
заебал мне кузнец. Ты чё, наркоман, что ли, блядь? Смотри, куда палишь, блядь. Не вот трилли, не могу. Вот представить единственный, наверное, жанр, в который удобно было бы играть на консолях, это действительно стратегии. Блять, поражение нахуй. Городской центр, блять, непрочный, как, не знаю, говно какое-то. Меткостью пушек, блядь, в ее сторону вообще стрелять нельзя. Да. Надо этот фрегат убрать к хуям, блядь, чтобы он не мешался. Самые войска пропустить. Почему они не могут атаковать? Ты сейчас так произнес, я представил, если была бы раса Томми Вайсо в играх, то Томми Вайска. Боевой клич там. Не, чип-чип-чип-чип-чип! Это должно быть, врага запугивают. Нет! Случайно всех рабочих отправил, блядь. Нужен один. Осталось лишь городской центр захватить, наверное, все силы прошли. А не только стрелков. Ленина, больше открой. Блин, тема. Мои вены жаждут ложки. Резать и плакать. Даже забавно, что Эмма это когда-то было модно, блять, быть этим дерьмом.
вообще кайф. Так. То, что делаешь, блядь, блин. Придется. Проклятые ждут приказов, проклятые ждут гамазов. И надеюсь на быструю смерть, ага. Задержка. Ну ты два раза просто одно и то же написал, причем здесь задержка. Умрет уже наконец, ебаный рот. Пожалуйста. Заткнитесь, пожалуйста. Так. Жизнь друг спас жизнь друга. Идем захват. Давай. Чего? Основ воровал жаров, носил и шил. Какой центр захвачен, в плен попал бургомистр, которому вы щедро даровали жизнь в обмен на 30 тысяч монет. Прекрасно, вы захватили хороший трофей и можете возвращаться. Победа. Тут под конец, блять, городской центр загорелся, все взорвет. Дарьенский залив. Ну ладно, это в следующий раз. Окей. Ну, Морган свалил.